Боже, наконец-то! Наконец-то голубое небо, солнце, но вот немножко тучки. С утра их не было, было чистейшее голубое небо. Прям вот смотришь и жить хочется. Душа радуется, ребята, душа радуется. Всем привет! Всем доброе утро, доброго дня, вечера. Не знаю, когда это видео выйдет. Ой, ребятки, вы знаете, что я поняла? Я очень сильно зависима от солнца. Мне нужно уезжать туда, где много солнца. Потому что вот солнце вышло, и все. И энергия прет. И хочу творить, и хочу и то, и все, пятое-десятое. А вот вчера, например, было серое небо, как, собственно, и во все остальные дни. Прям, знаете, грусть, печаль, тоска. И ничего не хочется делать. Я очень зависима от солнца. Надо переезжать, надо переезжать. Теплые страны. Так, ну что, я сегодня уже сбегала, а у меня на другой руке, и сегодня сбегала, сдала анализы, кровь, мочу, там все дела. А вот, сейчас я приготовила себе завтрак, сейчас я буду завтракать, потом поделаю кое-какие делишки, и думаю, если все-таки эти серые облака не скроют солнце, но я надеюсь, что они уплывут быстренько, то пойду гулять, пойду гулять. Ой, прям вот хочется, пойду гулять по гаузам. Я вчера ходила вечером, и там было такое красивое небо. Я думаю, что вот с той стороны, ну вот как раз с верхней части города вообще был потрясающий закат. А у нас так отголосочки только немножко. Ну, в общем, что? Сейчас покажу, что я себе приготовила на завтрак. Кстати, еще сейчас надо будет сделать маску из глины. Я же с Кавказа глину привезла. И когда мы были на термальных источниках, мы тоже ей мазали лицо. И после нее кожа такая гладкая была. Боже, надо снова сейчас ее будет сделать. Вот такие вот дела. Блин, слушайте, что-то я прям так свежа с утра, как майская роза. Великолепно, великолепно. Так следы от простуды практически незаметно. Ну хороша чертовка, боже мой, даже не накрашена. А сейчас глиночку-то нанесу, буду вообще. Кожа будет как пупка младенца. В общем, я вчера разбила тарелку свою серую большую. Ну, на счастье, да? На счастье. А вот, тем более с 1 июня я решила уменьшить порции. И такие большие тарелки мне уже ни к чему. В общем, все, что не делается, все к лучшему. Так, что у меня на завтрак? А, так, грецкие орешки. Грецкие орешки, листья салата. Вот тут у меня два хлебца, два жареных яичка и копченое мясо. Еще у меня вот такое вот детское питание. Фруктовые ассорти. И, естественно, цикорий. Цикорий с фундучным молочком. Такая вот красота. Сейчас как поем, как мне будет вкусненько. Боже, боже, боже мой. Так, Марфунь на своем боевом посту, да? Да. Я уже тебе сегодня жопу хлопала. Ты опять меня зовешь, да? Ну, давай. Давай. Ну? Вот, ребятки, ну неужели похоже, что она страдает, когда ей хлопаешь по жопе? Ну вы посмотрите, а песни какие поет, заслушаешься. Оп, вот. Продолжаем, она так любит. Да, Марфунь? Песни-то, песни какие поет. Марфунь, ты страдаешь? Подмигни, если да. Марфунь. Марфунь, подмигни. Ну неужели она похожа на страдающую кошку, а? Ребят, ну камон. Марфунь, ты у меня страдаешь, а? Марфунь, а? Эй, ты, Бобик, а Бобик, Марфунь,
Ну что за кошка? Что за кошка такая? Вот вам мой жопец волосатый. Так, ну что, у меня есть вон еще, ребятки. Порошочек. Отсыпать, малеха. Такая вот запрещеночка. Ладно, шучу, это глина. Я сейчас буду ее наносить на лицо. Здравствуйте, я ваша тетя. Марфунь, как дела? А? Эй. Смотрите, разлеглась тут. Разлеглась. Среди подушек, да, Марфунь? Так, у тебя что там, квартиранты появились, что ли? Подруга, ты давай их выгоняй. Ай, ну ты да котка, а? Вот ну что за кошка такая? Вот что за кошка такая? А? Вот ты да кошка. Вот вы посмотрите. Ну что да кошка такая? Вот ну да, да кошка такая. Ой. Что за кошка такая? Марфонета, ты сладкая конфета. Ну, лежи, лежи. Все, ухожу. Лежи. Смотрите. Испачкала. Скажи, испачкала меня. Хвостом. Тринк, тринк. Да? Ой, блин, я как фантомас. Слушайте, знаете, вроде бы разбодяжил. Насыпал чуть-чуть этой глины. И что-то у меня даже осталось в стаканчике. Так экономично ее использовать. Я еще кисточкой. Спасибо, Лена. Леночка подарила мне кисточки для масок. Я кисточкой нанесла. И у меня так много еще ее осталось. Прям экономичное использование. Я этой пленкой пищевой заделала стакашек. Думаю, дня через два еще раз нанесу. Только я вот знаете, что думаю? Наверное, того эффекта, как на термальном источнике, не будет. А хотя хз. Я просто думаю, там же как бы вода-то типа минеральная, но мы же ее просто смывали. Короче, посмотрим. В общем, мне понравилось. Кожа была такая гладкая, мягкая. Посмотрим, что сейчас мне получится. Видите, одна бровь стерта, другая нарисована. Я так завтракала, видимо, эмоционально. В общем, ждем. Уже начинает подсыхать. Сейчас минуточек 15, и будем смывать всю эту красоту. Ой, ну хороша чертовка, хороша. Просто глаз не отвести, боже. Боже мой. Шучу. Хотя, может быть, и нет. Ну, в общем. В общем, ждем. Так, ну что, она высохла. Так страшненько. Ой, у нас воздушный шарик летает. Ну, маленький такой шарик. Страшненько потрескалось. Хо-хо-хо. Так, пошли смывать. Пошли смывать. Это уже начинает стягивать. Это, наверное, не очень хорошо, да? Даже пошевелить не могу. Слушайте, я смыла эту глину. Кожа гладенькая. Еще, знаете, я заметила, как будто она даже вот поры почистила. И они сузились. Поры. Прям очень-очень хорошо. Жалко, что я взяла один только пакетик. Надо было больше брать, потому что и кожа такая гладенькая. И вот с порами вот реально прям они, ну, почистились и сузились. Вообще шикарно, шикарно. Ну, вообще, девчуля, огонь, огонь. Мне прям сегодня день какого-то самолюбования. Мне так нравится, так и нравится. Даже не накрашенная прям. Молода, свежа. Ну, боже, боже, кому такое сокровище достанется? Так, ну ладно. Кожа немножко стянута, я не стала этим кремом мазать.
сейчас пройдет. Кожа немножко стянута. Сейчас я делишки дома чуть-чуть поделаю. Ну, кое-какие мне тут надо. И пойдем гулять. Хочу сходить к погаузам. Но я вот не знаю, на улице, потому что какие-то тучки собирают. Сейчас вам покажу. На улице тепло. Ветерочек такой немножко прохладненький, но солнце прямо жаркое. Но вот что-то тучки припекают, как-то они меня смущают. Хотя вот там уже голубенькое небо. Я думаю, сейчас я пока дела делаю. Все будет хорошо у нас. Видите, тут уже все зацвело, зелено. Класс. Класс, класс, класс. Слушайте, я все еще дома. Я все еще дома. Ну, надо пообедать. Время 4 часа почти дня. Надо пообедать. Ой, сейчас это смотрела на Ютубе, ну и сейчас вот еще смотрю. Ролики разные, вот чат-рулетка. Ой, украинцы, это, конечно, угар. Угар-угарный вообще. Такую ересь несут, это пиздец. И при этом они уверены, что мы зомби. Пиздец. Послушайте, ну вот, посмотрите. Знаете, как, какие, кого я вот нашла? Стар. Стар по-английски. И Эй, старый. Вот у него канал. Это вообще угар просто, что они там несут. А еще какой-то парень был такой. А, Петя первый запасной. Петя первый запасной. Вот он тоже в чате рулетки с украинцами разговаривает. Это пиздец, ребятки. Как только что-то не по их, да, что-то, это все фейки. Вам по телевидению только фейки показывают. Нам в Украине нет, там всю правду говорят. А вам фейки. И там он такой говорит, ну я уже не помню, кого я смотрела. Он такой говорит, слушайте, а вот про остров Змеиный, там Зеленский вам, ну, сказал, что сначала всех убили, а потом, оказывается, нет. Он, ну, это во благо. Нам врут, но во благо, а вам вообще пиздец как врут. Ой, это угар, ребятки, это просто угар, это угар. Так, ну что, давайте пообедаем, да? Сегодня такой информативный влог, просто информативный. Очень, очень информативно. Встала, поела, еще раз поела. Нет, ну я все-таки надеюсь, что я гулять пойду. Так, ну что, я сделала себе вот такую вот огромную тарелку салата. Здесь лист салата, огурчики, помидорчики и моцарелка. И все бальзамическим этим соусом, крем-соусом замазала. Замазала. И вот мясо у меня копчененькое, как обычно. Слушайте, я наконец-то вышла из дома. Смотрите, какое у нас небо. А вон там красота. Блин, ну камера только не передает. Ворон сидит на дереве. Он уже кораблики у нас плавают. Слушайте, небо классное. Но только, блин, на камеру оно вообще не передается. Вообще непонятно, а вживую прямо огонь. Вот здесь тоже классное. Блин, как бы только под дождик не попасть. Ах, 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 смотрите-ка. Ну, здесь серенько, не очень красиво. Так, слушайте, ну что, я вышла, значит. Я, значит, вышла. Я надеюсь, конечно, что дождик меня не застанет здесь. Здесь, потому что что-то кажется, дождь собирается. Так маленечко еще накрапывает. В общем, что-то какой-то, знаете, день такой сегодня. Вообще ни о чем. Как-то так все медленно, все тянется. Это еще ретроградный Меркурий. Но, блядь, как же это бесит. Я хотела пойти часа в 4, наверное. Я вот сейчас 5:30 только очнулась, что мне надо идти гулять, а время уже 5:30. Что-то все делаю, делаю. Тут зависло, там зависло. Потом мне надо было одно дело сделать. А, у меня там были маленькие проблемки. Я что-то так разнервничалась. Потом все наладилось. И, короче, осадок-то остался. Какой-то такой неприятный. Вот я что-то не сделала до конца или как-то не так сделала. Какое-то такое нехорошее.
ощущение. Прямо давит оно, давит, давит. Сейчас вот я, надеюсь, здесь погуляю. Может быть, мне станет легче. Поперлась еще гулять ненакрашенная. Как-то мне не нравится, как я сейчас выгляжу. Днем мне так нравилось, а сейчас мне не нравится. Наверное, это из-за моего вот этого внутреннего ощущения какого-то такого расстройства. И мне кажется, что все как-то хуево. Как-то все хуевенько. А вот. Не знаю. Не знаю, что-то. Говорю, какое-то такое прям чувство досады, что ли. Как будто вот что-то хотела сделать, а сделала не так, как хотела. Недостаточно хорошо, как будто бы. Вот это такое гаденькое ощущение. Ну ладно, сейчас здесь погуляю, кстати. Наверное, там наверху красивый закат, потому что сзади меня вон такая красота. Но здесь нам ни хрена не видно. Надо ехать наверх, чтобы посмотреть на этот закат. На свете ведутся ремонтные работы. Внутри пакгауза строят такие амбары зеркальные, прикольные. Газончик посадили. Всяко облагораживает. Всяко разно облагораживает. Люди тут бегают, гуляют. Вон там аллейка с лавочками посидеть можно. На верхнюю часть города посмотреть. Пройдусь вот здесь. Вот, а вчера вот эти вот все дома, которые на той стороне, они были розовые. От заката. Я думаю, что сегодня тоже так же будет. Но я, наверное, здесь только времени не буду. Как-то непонятно, тут вот газон сделали. Полосатый. Тут вижу, тут не вижу. Вон кораблик. Слушай, надо быть как-нибудь на кораблике тоже покататься. Ой, смотрите, класс, да? Ой, смотрите, как собор Александра Невского. Красиво стоит. Такое небо классное. Прямо огонь. Так красиво. Вот так вот поближе еще подсниму. Красиво. Облака такие классные. Прямо класс. Добавим света немножко. Да, вон все синее-синее. Класс. Смотрите, там вон такие сделали эти лежаки. Вот видите, зеленые. На них поднимаешься, и можно смотреть на другую сторону. Здесь так чистенько, красивенько. Ой, блин, ну небо — это вообще просто бомба, если честно. Просто бомба. Смотрите, как красиво. Еще так свет исходит от него, да? Класс. Территория такая ухоженная, красивенькая. Так, ну вот. Слушайте, здесь какая-то такая особая энергетика. Как-то прям как будто бы даже легче становится. Какое-то прямо место силы я заметила. Я заметила, у меня это какое-то место силы. Мне так нравится сюда приходить. Блин, ну какое небо красивое, ребят, я не могу. Это просто... Какое небо. Сегодня влог будет посвящен небу. Смотрите, красота.
А когда солнце будет садиться, это все подсветится розовым, оранжевым, красным. Представляете, какие закаты у нас? Бомба, бомба. Надо будет как-нибудь съездить в верхнюю часть города, подснять. Класс. В общем, какое-то место силы. Я вот сюда прихожу, не близко мне сюда идти. Ну, в смысле, как, ну сколько минут, может 15-20 идти. И я прямо иду и иду. Иду каждый раз, иду, и мне здесь так нравится, здесь так классно. Какое-то прям вдохновение на меня здесь находит. Очень мне нравится. Птички поют. Или из-за этого из громкоговорителей. Непонятно. Непонятно. Короче, мне здесь очень нравится. Прям красиво, так спокойно. Классненько. В скамеечках можно посидеть. Вон, видите? Скамеечки. Можно посидеть, посмотреть, что и как. Солнышко вышло. Приветик. Привет. Я заиграл другими красками. Смотрите. Блин. Сегодня точно влог будет посвящен небу. С такой яркой сразу. Что-то меня вот эта вот тучка смущает. Как бы. Со всех сторон идут. И вот это тоже. Так, ну что, я решила ближе к дому выдвинуться, потому что боюсь, что сейчас как бабахнет, а у меня ни зонта, ничего, и до дома мне бежать далеко. Поэтому на всякий случай пойду. В общем, судя по погоде, жизнь налаживается. Я думаю, что скоро будет солнечно. Я буду сюда ходить, гулять, снимать, без туч, ничего не боясь. В общем, вот. А пока пойду домой, то мало ли. Попаду под дождь, не хотелось бы. Напоследочек. Там вертолет летит, черная точка. Напоследочек. А там вообще что-то, анрил какой-то.